его меня привели к больному, и я не узнала его. Но вдруг последняя сила в синих глазах ожила. Раба твоего.
ария «Билли» из оперы «Трипли». Исполняет сопровождение оркестра Иван Семенович Козловский.
Рахманинов. Монолог Пимена из драмы Пушкина «Борис Годунов». Сцена в келье Чудового монастыря. Thank you.
Рахманинов вальс из симфонических танцев. Исполняет оркестр.
Рахманинова на стихи Пушкина «Не бой, красавица». Исполняет сопровождение оркестра Иван Семенович Козловский. При мне ты песен грузи, печаль мой, напоминают мне о ней.
Второе отделение концерта. Лист. Симфоническая поэма «Тассо». Исполняет Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Дирижер Фуат Мансуров.
Thank you.
Ромео и Джульетты. Из оперы Ромео и Джульетта. Исполняют сопровождение оркестра, солистка Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Игнатьевича Данченко, заслуженная артистка РСФСР Галина Писаренко и Иван Семенович Козловский. Я слышу голос, он смеется все над любовью, которой он не знал. О, ночь блаженства, умоляю, не посылай пробуждения души. Я так счастлив теперь, не верю я еще, чтоб это был не сон. Ромео, ангел милый, только слово и прощай. К тебе я завтра друга пришлю, если хочешь, чтоб я была твоей. Час и место, и тогда буду твоей женой. Господь пошлет благословение, тебе тогда вручу смело свою судьбу. И с восторгом без размышления, и с восторгом без размышления.
Твои
Осуждение Фауста. Thank you.
Фауста и Маргариты из оперы Фауста. Исполняют сопровождение оркестра Галина Писаренко и Иван Семенович Козловский. Партию Мефистофеля исполняет солист Государственного академического большого театра Союза СССР Юрий Королёв. Отродных
воду. От кого? Спрошу цветок. Хочу спросить цветок. Скажи, что говоришь так тихо. Он любит. Нет, не любит он. Он любит. Нет, он любит. Нет, он любит. Да, он верил вам цветок. Он верный дал ответ. Он знает правду всю. Он знает тайны сердца. Тебя люблю. Не знаешь, как отрадно нам любить, носить себе огонь святой сердечный и радости навек от Отца бесконечный. Покорила.
желание страсти моей. Я уйду, но до завтра. Да, до завтра я жду вас сюда с зарей. Повтори мне, повтори, что любишь ты, что любишь. Люблю. Блаженный сладкий чай. Ты послушал нас. Ну так что ж, я право думаю, что вас отдать бы в школу не мешало. Замолчи. Но подождем, теперь она начнет беседовать со звездами. Мой доктор. Смотрите, она Thank you.
разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь. В душе моей одно волнение.